Работаю опять вечер, приехал на заказ. Первый заказ вечерний, время уже, блядь, позднее. Что-то я какой-то за день вымотанный, но надеюсь поработать сейчас. Кофе вштырю. Занимался личными делами весь день, что-то, блин, хоть напряженный день был. Ладно, посмотрим. Ой. Случайно еще сам себе побибикал. Ты ко мне? Такси? Ну да. Так а вы, ну, я на Ленинский, да? А, я не поеду, просьба такая. Пиццу моей девушке передайте, пожалуйста. Ну, вообще, у меня не тариф, доставка. Я заплачу вам нормально. Так а девушка не может, что ли, пиццу заказать? В то, что этот ресторан, он развозкой не занимается. И она любит эту пиццу. Она такая особенная. Вот я 500 рублей вам даю. Падает. Еще такой момент. Там шлагбаум. Туда заезжать не надо, потому что там постоянно скопление, пробки. Телефон запишите, позвоните девушке, зовут ее Марина. Сейчас. 8. 971. Звоните, пожалуйста, ей, скажите от Сергея, она знает, и она спустится к вам. Хорошо? Ну, выручайте, пожалуйста, потому что у меня время нет самому вести, она очень любит. Один момент только, да? Я съезжу, но вопрос такой, что если... У меня просто бывала такие ситуации, одна буквально недавно была. Если, соответственно, ну, человек там не отвечает телефон, или там она не может спуститься, или еще что-то, я оставлю вот эту пиццу там, где я приехал, договорились? Давайте я сейчас на всякий случай позвоню. Вообще она ждет, она дома. Буквально полчаса там у нас это разговаривал. Ну звоните. Как меня это замучило просто уже. Такси как только не используют. Вот я не знаю. Ну вот как только не используют такси. Вот. Скоро просто будут вызывать и говорить, можно я просто, вот вы включите ожидание, я просто посплю, можно? Да, все, она ждет, а выйдет. Хорошо. Все, большое спасибо. Ну ладно, 500 рублей хоть. Начало уже неплохое. 500 рублей это не так уж и плохо. Куда выехать-то? Сука, я еще жрать хочу, она пахнет так, блядь. Держись, Женек, держись. Здравствуйте, меня Евгений зовут, таксист. Я, меня Сергеич, да, попросил пиццу вам привезти. Вот я подъезжаю уже. Вы спуститесь? Вы знаете, я вот подошла в магазин. Вы сможете по шлагам заехать во двор и подождать меня минут 15? Минут 10. Я просто ждала вас очень долго, и мне нужно было в магазин дойти. Вы знаете, я думаю, боюсь, что нет. Просто, ну, во-первых, Сергей звонил при мне и сказал, что вы...
что вы меня ждете, а сейчас получается, что я вас должен 15-20 минут ждать. Конечно, я не смогу вас подождать. Ну, то есть, нет. Ну, видимо, просто Сергей неправильно понял меня. Вот, я просто вас действительно очень долго ждала, полдня. Вы так и не ехали, не звонили, как раз вот на тот момент, когда я вышла, вы приехали. Ну, если не сложно, подождите, пожалуйста, я вот к жену бегу. Алло, ну вы не меня ждали, наверное, а Сергея ждали. Что вам заехать, как бы, ну подождать? Это же не сложно. Вам же деньги заплатили. Вы извозчик, я заказчик, деньги уплачены. В чем проблема-то? Ну, у меня, во-первых, не тариф доставка, это во-первых. Меня попросили, я предупредил Сергея, что если будут какие-то накладки, я ждать не буду. У меня нет времени на это, понимаете? Слушай, ну 10 минут не такой большой отрывок времени. Не знаю, выйдите там, покурите из машины. Не сложно, вы же деньги же вам заплатили. Вы мне заплатите за ожидание? Нет, вам же должен был оплатить все вместе с пиццей, с доставкой. Ну тогда извините, я не буду вас ждать. Чего это? Ну потому, не хочу. Ну а как так, ну тогда я не знаю, давайте еще через 10 минут плюху денег не верните. Вам же платили, все, вы извозчик, я клиент. Я не понимаю вашей женской логики. Подождите меня и тогда деньги верните. Так если я вас подожду, я вам пиццу отдам просто и все. Я же бегу, подождите, заедьте по клопам, это же не сложно. Да я тут вокруг дома... Что происходит-то? Я вокруг дома уже замучился ездить. Шлагбаум, не шлагбаум, я не собираюсь вас ждать столько времени. Я приехал, вас нет, я уехал, все, точка. Я на вас жалобу тогда пишу. Вот тоже мне. Кому напишите? Сергею? Я не доставка, я уже сказал вам. Ну что, я же нормально попросила, подождите, пожалуйста, что сложно, я вот уже бегу, уже 7 минут осталось. Нет, я ждать не буду. Всего хорошего. Я буду подождать сложно. Ну теперь точно сложно, со словом блять мне точно сложно подождать. Все, всего хорошего. Что за люди? Что это? Вам... Вы рабов, что ли, себе нанимаете? Тут кружишь, кружишь, блядь, шлагбаумы какие-то. Подоедьте, подождите. Сука. Вот всех предупреждаешь нормально. Да, короче, чё я оправдываюсь-то? Я не понимаю, перед самим собой, что ли, оправдываюсь? Мне не нужно перед самим собой оправдываться, правильно? Правильно. А то у них сначала 20 минут, потом 15 минут, потом 10 минут. Есть у меня одна мысль. Я думаю, что вы сейчас подохуеете, но я поступлю именно так. Во-первых, потому что я хочу жрать. Во-вторых, потому что, ну, не выбрасывать же пиццу, правильно? Нет, так неудобно, что я от голодухи уже не знаю, как поступить. Пожалуйста, пожалуйста. Блять, во-первых, надо где телефон-то, надо выключить же этот самый. Куда ехать-то мне? Поездку закрыть. Сейчас начнет звонить Серега. Ну, как бы, ладно. Где открываешься-то? У меня не тариф доставка. У меня тариф. Как она пахнет, сука. У меня тариф голодный. У меня тариф голодный таксист. И она меня, сука, провоцировала полчаса, пока я ехал. Поэтому, надавив рукой на совесть. Я сожру эту пиццу. Ну, чтобы вы не сильно впадали в припадок, сейчас мне позвонит Сережа. Ну, я ему позвоню. Я ему за пиццу деньги верну, конечно. За поездку, понятно, нет. А за пиццу, сколько он скажет, там, я заплачу. По-моему, там даже чек в пакете есть. Как-то так.
нельзя со мной отправлять продукты. И заставлять меня ждать нельзя. Это чревато. Ну, подождите меня 20 минут, подождите 15, уже 7 минут, уже 5 минут, уже 4, уже 3, уже 2, уже 1. Блядь, тебе позвони и сказать, тебе везут пиццу. Я вообще не развожу пиццу. Я ее ем. Бля, когда хочется жрать, любая пицца кажется вкусной. Но это и правда вкусная. Спасибо, Серега, за пиццу. Будем ловить заказы. Пишите. Пишите, что я правильно поступил или нет. Ну, выложил бы я эту пиццу, да, сказал. Ну, вот, Марина, твоя пицца лежит там-то. Всего хорошего, я поехал. Ну, как бы, наверное, вряд ли кто-то поподнимал, там, искал или еще что-то, да. А так она пошла в дело. И я денег за ней, между прочим, верну. Вот напишите, правильно я, блядь, поступил? Или как гондон? Позорник. Шкуродер. Или все-таки по делу. Напишите. Поехал работать.